Лето прошло, клещи остались. В сентябре более 500 ярославцев обратились к медикам с жалобами на укусы опасных насекомых. В основном от них сейчас страдают грибники. Несмотря на похолодание, паукообразные до сих пор достаточно активны в лесу. Результаты лабораторных исследований выявили 40 насекомых, зараженных боррелием, и 5 анаплазмозом. Поэтому всем, кто отправляется в лес, врачи рекомендуют использовать антиклещевые средства, а возвращаясь домой, тщательно осматривать себя.